Россия. Барышников в Голливуде. Я хочу создать нечто зрелищное, такое, чтобы все просто за голову схватились. Как Джин смог такое сделать? Голливуд маленький город. И здесь, как в любом маленьком городе, незнакомца тут же начинают расспрашивать, надеясь за даром получить какой-нибудь полезный совет. Понимаешь, в фильме должен быть эпизод с балетом, секунд на 20. И он должен просто ошеломить зрителей. Значит так. Я иду, напеваю. Централ Парк, лунная ночь. Мне немного грустно, и вдруг... Я вижу одинокую, красивую девушку. Так вот, что мне сделать, чтобы привлечь ее внимание? Это мне нужно прежде всего. Для начала просто пройтись. Это я смогу. Отлично. Нормально? Ты серьезно? Это все? Да. Это хорошо. Но мне нужно... чтобы она... Вот чтобы... Когда это увидит. Понимаешь? Ладно. Хорошо. Совсем другое дело. То, что нужно. Так, покажи это еще раз. Хочешь сделать это вместе? Ты поворачиваешься. Делай, делай. Просто смотри на меня и повторяй. Так, стоп. Есть. Теперь номер два. Я привлек ее внимание. Она смотрит на меня. Электрические разряды. Туда-сюда. Фейерверк. Покажи что-нибудь. Я хочу, чтобы все сказали, как Джин научился такое делать. То есть, я имею в виду... Знаешь Ромео и Джульетту? Читал когда-нибудь в детстве? Да. Шекспир. Так? Когда они встретились, Ромео и Джульетта встретились, и между ними, между их сердцами, как будто вспыхнул фейерверк. Вот что мне нужно. Понятно? Покажи, что ты умеешь. Я не знаю, как. Ты не знаешь, как? Если ты не знаешь, кто знает? Зачем я к тебе обратился? Чтобы научиться варить борщ? Поройся в памяти. Когда ты рос в России, тебя там чему-то учили? Попробую, попробую. Божественно. Идеально. Прекрасно. Я сделаю это вместе с тобой. Хорошо. Это именно то, что я имел в виду. Смотри. Смотри на нее. Смотри на нее. Так, стоп. Есть. Есть. Отлично. Теперь номер три. Я привлек ее внимание. Она смотрит на меня. Между нами электрические разряды. Я знаю, что ты моя. Но тебе придется подождать. Тебе придется немного подождать. Потому что... Нужно что-то сделать. Понимаешь, о чем я? Что ты можешь предложить? Просто и хорошо. Я не понял только одного. Как движется рука? Когда ты это делаешь, колено идет к руке или рука к колену? Вместе. Вместе. Как иначе сказать? Вместе. Что теперь? Я твой. Я твой. Плоховато? Нет, хорошо. Так? Мне все нравится. Отлично. Придешь смотреть на меня завтра? Хотелось бы. Павильон 15. Приходи после обеда в 2. В 2, в 2.15. Хорошо? Хорошо. Джин Уайлдер, танцующие ноги. Музыка.
Стоп! Миша! Миша! Что скажешь? Спасибо.